получилось чай в прикуску, нам с вами нужен будет кусочек сахара. Значит, берем кусочек сахара. Кусочек сахара. Кусочек сахара берем. Почему так? Так, осторожно. Так, еще. Так, итак, ребята, когда общий стол, гостей на столе не должно быть. Давайте сначала уберем фрукты. Убрали. У каждого есть у нас кусочек сахара. И вот этот кусок, ребята, мы с вами в чашку класть не будем. Чуть-чуть мотнем и возьмем в рот. Именно вот такое чаепитие называется чай-прикуску. Попробуйте. Намочили и... А где у нас сушки?